Более 20 лет на базе Центра медпрофилактики города Артема работает клуб единомышленников «Хрустальная осень». Это активные и жизнерадостные люди элегантного возраста. Каждый день они проводят утреннюю зарядку в городском парке. Занятия начинаются в 8:30 утра и длятся ровно час. Такие упражнения позволяют не только сохранить молодость, но и получить заряд бодрости на весь день. Сейчас жаркое время года, поэтому количество немножко уменьшается, от 10 до 15 человек в любом случае приходит. Вот. А зимой это больше, это 20 с лишним человек. Мы занимаемся во дворце тогда. Нам предоставляют там территорию, зал. Да вы что? Да. А вот кого берете к себе в группу? Клуб. В клуб берем оптимистов, кто заботится о своем здоровье и активной жизненной позицией занимает. Вот скажите, упражнения, которые делаете, откуда они? Ну как же, нам разработали врачи нашего центра профилактики «Хрустальная осень». Заряд бодрости, что вы, на весь день. Это же как активизирует и потом. В нашем возрасте нам нужно двигаться как можно больше. Побеждаем годы и болезни. Это девиз участников клуба «Хрустальная осень». Если вы с нами, обращайтесь в Центр медицинской профилактики города Артема на улице Кирова, 14. Я счастлива, я благодарна, я здорова. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Спасибо! Анастасия Абдулхалек, Иван Петров, Данил Коровченко, телеканал «Лента».